بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله. Напоминаю о намерении себе и вам. Мы должны быть искренними. Это урок о пророке Мухаммаде, алейхиссалям. Мы продолжаем наши уроки о жизни пророка Мухаммада. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он был... есть лучший из созданных, и он был предводителем, и он есть предводитель всех богобоязненных. И в судный день пророк Мухаммад будет имам. За ним будут все богобоязненные, все пророки, все посланники и вся его община. Но он лучший. Поэтому мы сразу начинаем с напоминания о его статусе. Вот самые лучшие, они были самыми смелыми. Они были самыми мудрыми и отважными. Это, конечно же, проявлялось, если нужно было защитить своих последователей. Пророк Мухаммад, алейхиссалям, он в своей жизни неоднократно, мы упомянем дальше сколько раз, неоднократно выходил в военный поход. Но пусть знают все, что ни в чем, как бы кто ни пытался найти, никто не сможет упрекнуть пророка Мухаммада, алейхиссалям. Его вся жизнь была примером самого достойного человека, жизни самого лучшего из созданных, самого достойного человека. Он, как мы уже сказали, пророк, который призывал к вере в Бога, к спасению. Поэтому, так как он тот, кто является тем, за кем следование спасения от ада, он выходил в поход, либо военный поход, с целью, чтобы распространить «Ля Илляха Илляллах» и «Мухаммад Расулюллах» сам ислам, потому что ему было повелено Всевышним. Пророк Мухаммад, алейхиссалям, в одном хадисе сказал: «Мне Всевышний повелел, чтобы я сделал все необходимое для того, чтобы засвидетельствовали о том, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад его пророк, чтобы другие признавали это и спасались». И если умный человек, то он поймет, что если это спасение от ада, то значит пророк Мухаммад, алейхиссалям, конечно же, он должен был при необходимости и даже военный поход выступать, выходить со своими последователями, с войском. Второе, пророк Мухаммад, алейхиссалям, совершал вот эти военные походы с целью восстановить права угнетенных мусульман. В смысле защитить их. Первое, это защитить исламский интерес, защитить вот, путь спасения людей от тех, кто противостоит этому. Например, язычники, если нападали на мусульман, пророк Мухаммад должен был выступать с войсками и защитить их. Понимаете? Он был самый достойный, конечно же, был смелым. И он самый бесстрашный, самый отважный человек. И защищая интересы мусульман, он даже выступал в поход для того, чтобы вернуть имущество, которое когда-то кто-то отбирал у мусульман. Отбирали язычники в первые годы, вот пока месь пророк Мухаммад, алейхиссалям, не переселился. До этих пор все время мусульмане, последователи пророка Мухаммада, испытывали трудности. Так же, как и другие пророки отважно защищали интересы своих последователей и защищали их права. Пророк Мухаммад, который самый лучший из пророков, он точно так же и в еще большей степени защищал свою общину. И даже те, которые до переселения сподвижников пророка Мухаммада и самого пророка Мухаммада, до их переселения, те из мусульман, которые пострадали от кого-то, то те, кто угнетали их, пророк Мухаммад выступал с войсками, чтобы, как сказать, справедливо наказать их.
Ну, никогда в жизни не было у пророка Мухаммада цели убивать людей или уничтожать какие-то народы. Напомню, что для, как сказать, ищущих какие-то ошибки в исламе, у них никаких шансов нет на это, они могут только клеветой заниматься. И если кто-то ищет какие-то ошибки у пророка Мухаммада, то он их не найдет. Но если умный человек, он будет рассуждать справедливо. Пророк Мухаммад что делал? Выступал по повелению Бога. Он что делал? Так же, так как он пророк, выполняя свои обязанности, защищал интересы и защищал интересы мусульман и защищал угнетенных. Разве это не благородно? И еще что нужно знать, что помимо того, что пророк Мухаммад восстанавливал права мусульман, и помимо того, что он, конечно же, распространял призыв к спасению, он еще был очень мудрым. Он ни в одном сражении не позволял себе просто заниматься уничтожением имущества или людей, а наоборот, всегда он находил такие методы и такой способ, чтобы даже и без сражения все заканчивалось. Просто люди справедливо иногда относились, даже не мусульмане, к тому, что он объясняет, и заключали договор. Сейчас вы услышите об этом. Само слово «газават», оно используется мусульманами, говорящими на русском языке, и не мусульманами, когда они говорят о каких-то военных делах мусульман. «Газават», «газават», так говорят. Но в арабском языке «махза», «махзаат» – это в единственном числе. «Махза» – это в единственном числе. Во множественном числе называется «магази». Но зачем я это сказал? О произношении, чтобы правильно было понятно, как оно произносится на арабском. Ну что это такое? Это военные походы пророка Мухаммада, когда он присутствовал. Когда он был среди сподвижников с этим войском, предводителем был. И всегда он был предводителем. Вот тогда это называется «газават». Но если пророка Мухаммада, алейхиссалям, не было с войсками, он, если не выступил с ними, а отправил какое-то войско куда-то, какое-то количество воинов в другое место, и даже если там были сражения, это не называется «газават». Это называется «сария». Это арабское слово. А тот, кто участвовал рядом с пророком Мухаммадом, алейхиссалям, и он во время сражения, то назывался «гази». Но с течением веков это название «гази» осталось, несмотря на то, что как оно в основе языка используется, оно осталось, ну, какие-то сильные воины мусульманские, которые были в истории. И после пророка Мухаммада, и через века, они назывались «гази». То есть человек, который очень на высоком уровне, он достойный человек, и он выступает, сражается, он воин. Вот так оно осталось. Или предводитель какого-то войска. В этом стихе, не в хадисе, а в стихе, который написал автор этой книги, сказано: «Саб'ан ва ишрин у'дудан л'газва, аввалуха ваддану вахьяль-абва». Арабский язык, он прекрасен, но это древний такой настоящий арабский язык, и поэтому получается и для арабов нужно пояснение делать значение каждого слова. Здесь говорится в этом стихе, как упомянул это Ибн Саад в своем сборнике «Табакат», он сказал, что сражений или вот этих военных походов пророка Мухаммада было 27. Но есть другие ученые, которые говорят, нет, 24. Есть те, которые говорят, 21 сражений, где был пророк Мухаммад. В общем, по-разному есть мнение. А мы что скажем? Мы скажем, как говорит автор, «Валь-ау-валюль-ау-ля». Первое, что сказано именно в стихах, 27 число, мы остановимся на этом. И вот это первое сражение, то есть этот военный поход, но он был без сражения, так как там заключен был договор. Называется
Газвату Ваддан. Ну, военный поход в местность Ваддан. Что же это за местность? Эта местность, она называлась, это город, называлась еще по-другому. Она называлась Абва. Абва. От слова Аль-Ваба. А Аль-Ваба это эпидемия болезни. Но это место называлось таким образом, потому что много там было всяких эпидемий. Ну и зачем именно туда направился пророк Мухаммад со своими сподвижниками? Цель была такова. Он узнал, что со стороны не мусульман все время там шпионы всякие вмешивались и притворяясь как бы мирными жителями, все время изучали, что делает пророк Мухаммад, его община, что происходит в городе Медина. Ну и у мусульман тоже были свои, как сказать, своя стратегия и свое видение, как защищаться от этих шпионов и вообще знать, что там враги, язычники, которые столько нанесли вреда, столько много вреда они нанесли сподвижникам, даже убивали сподвижников, имущество забирали, вообще выселяли из домов. Ну, истории много чего об этом сказано. Какие трудности преодолели сподвижники пророка Мухаммада, эти переселенцы до переселения. Так вот, тоже были. И пророку Мухаммаду рассказали, объяснили, что два племени, одно племя под предводительством Домурата бну Абди Манаф, а другое бану Бакрин, ну, эти два таких рода, они возглавили примерно 100 человек их было, они возглавили один караван. Ну, где было это имущество, которое когда-то было отобрано у мусульман? И еще больше, чем это. Ну, в общем, там была цель, чтобы восстановить права пророка Мухаммада и его последователей. Поэтому пророк Мухаммад вышел в путь, в эту местность. Дело дошло до того, что весь этот поход длился 15 дней. Через 15 дней только пророк Мухаммад вернулся с подвижниками. Но что произошло, когда они, как сказать, столкнулись с этим караваном в этой местности, то эта местность находится между городом Мекка и Медина. От Медина 14 милей. Ну, мили такое измерение километра, а мили еще больше. И от города Джухфа 6 милей. А Джухфа находится между городом Медина и Мекка. Ну, близко к городу Мекка, не так далеко, но в любом случае мусульмане должны были преодолеть какие-то трудности, и 15 дней всего это заняло. Что было, когда пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, потребовал от этих племен, чтобы они вернули имущество сподвижников пророка Мухаммада, это было через 12 месяцев после переселения. Прошло 12 месяцев после переселения пророка Мухаммада из подвижника с Мекки в Медину. Через 12 месяцев, в начале месяца Сафар, пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, выступил, чтобы вернуть отобранное у мусульман. Ну, а те, ну, пытались с караванами все это реализовать, продать и нажиться, одним словом. Но когда пророк Мухаммад встретился с этими племенами, одно из этих двух племен, ну вот эти люди, одно доминировало. Так получалось, что если их больше, представители одного, то второй, они так без боя, так сказать, подчинялись им. И вот этот Домрату бену Абди Манаф, он решил с пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалям, ну Аллах так создал, что он понял, что надо восстановить права угнетенных, потому что так убедительно пророк Мухаммад выступил и объяснил ему, что надо. Ну, в любом случае, это причины и последствия созданы Аллахом. Он решил заключить договор, при котором никогда не будут эти племена выступать против пророка Мухаммада и не будут убивать сподвижников пророка Мухаммада, и не будут вредить им. Поэтому вот на таком договоре, без сражения, без пролития крови,
получилось, что первый поход пророка Мухаммада, алейхиссалям, он был таким, так сказать, но в нем было благословение. Что получилось? Не только не выступать против пророка Мухаммада, даже не помогать тем, кто вдруг будет пытаться напасть на пророка Мухаммада, алейхиссалям, и на его сподвижников, или какой-то вред наносить, они не должны были. И они согласились с этим. Поэтому мирный договор, все решилось, мусульмане не посягали на права других, они просто требовали восстановления своих прав, и этому делу, конечно же, был предводитель самый честный, самый достойный. Но иногда нужно для справедливости выходить в поход с войсками. Да сохранит нас Аллах на пути следования за самым великим человеком, за самым лучшим из созданных, за пророком Мухаммадом, алейхиссалям. Ла илляха илля Аллах, Мухаммаду Расулю Аллах. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.